Жители дома номер 4 на улице Ленинградской до сих пор живут без газа. Напомним, 18 сентября там отключили сжиженный газ, а обещанный природный не подключили, потому что «Карелгаз» забраковал вентиляционные каналы дома. Их будут переделывать. На это уйдет не меньше месяца. На прошлой неделе в мэрии сообщили, что у людей появится возможность пользоваться хотя бы плитами. Но с тех пор прошла неделя. А газа как не было, так и нет. Ситуацию прокомментировали в городском управлении жилищного хозяйства. Причина в том, что решали мы вопросы безопасности. Готовился у нас проект на переустройство газовых вентканалов. Работали проектировщики всю эту неделю на кровле. В итоге вчера проект одобрил фонд пожарной безопасности. Сегодня соответствующие документы направлены в «Карелгаз». А завтра, в четверг, на доме появится уведомление о работах по подключению плит к природному газу. Поэтому жильцов просят обеспечить доступ в квартиры. Пока по стояку каждая квартира не будет пройдена, мы запустить газ не сможем. Но будем постоянно запускать. То есть каждый стояк, люди доступ дали, стояк запустили, в плиты газ пошел. То есть подключение должно начаться завтра. Если воспользоваться плитами жильцы смогут уже на этой неделе, то водонагреватели им будут доступны не раньше, чем через месяц. Столько времени понадобится на переоборудование вентиляционных каналов. Алена Сянти, Владимир Волотовский, телеканал «Ника плюс».